слабенький босс. Сейчас будут прицеливаться на меня. А, и все-то. И все, на что ты способен. Ну-ну-ну, давай, я вот так стану. Ай-яй-яй, как страшно. Как страшно, боюсь. Смотрите, какой боссик, да? Прикольно, ребят, вам нравится? Ой-яй, стоять, бояться. Интересный боссик, да? Хотите, я его зажарю? Вот так вот. Вась! Друзья, всем привет! Вы на канале... На канале каком? Правильно, на канале Пафан Машины. Ну что, битва за Луну, как и... Ой, какая битва за Луну? Битва за материнский корабль, хотел назвать. Битва за материнский капитал. Господи, ты боже, ты мой, я... Как уж я дурак. Так, ребят, короче, локация битва за материнский корабль. Новенький боссик, последний добавленный в игру, будет сегодня против нас, если мы до него доживем. Оставляем наш сумасшедший танк Атлас, который был в прошлый раз, в прошлом выпуске, который помог нам пройти локацию Луна, где нас постоянно жали эти, как ее, ложки, да? Создавали нам проблем, там хпшки осталось, у меня вообще капулечек. Так, ну я думаю, что эту локацию мы с вами на изи пройдем. И у нас уже по кругу пойдут локации 16 уровень. Уже там будут соперники уже будут мощнее. Соперники будут сложнее. Но сначала нужно пройти. Ну, судя по всему, что-то мне кажется, мы пройдем с вами на изи. То есть видите, как они, да, стреляют? Они чисто вниз. Хотят они по нам попасть. Кстати, давайте проверим, сколько это урон нанесет, интересно. Просто интересно, одного выстрела сколько он сжигает. Ну, блин, ну что сказать, ребят, в принципе, нормально наносит. В принципе, я вам скажу, да, крошат, если попадаться. И с одного выстрела, смотрите, сколько снес, а. Не только царапка, а я сказал вам, что прям серьезно. Можно огрести, если стоять. Ай-яй-яй. Так, убери свои снаряды. Не нужно мне это все, нет. Мне своих хватает. Так, кто там следующий? Давай. Ты покажи только свое дуло. Я превращу ее в цветочек. Давай. Давай. Мне не надо. Мне не надо. Ох ты, еще футбол. Ай. Получил по башке. Так. Ай. Давай, футбол решил поиграть, да. Ой, какого лешу? А ты откуда здесь взялся? Ребята, что за подстава? Не надо мне. Ай, на, брат. Ай, давай, кто кого, короче, твоими гранатками. Кто кого, короче. Ах ты, ё-моё. Да что, на, держи. Надо... чеканил башкой. Надо этот, на ровную поверхность, да? А то тут холмы, и не могу я футболять. Не могу я футболять его же снаряды обратно. Давай, кто следующий? Ребята, смотрите, мы почти уже половину. О май гад. Горизонтально стреляет. Фух. Ребята, что такое? Я думал, изи мы пройдем эту локацию. Если так пойдет дело дальше, боюсь, нас просто сожрут здесь. А что делать? Я не знаю, что делать. Блин, потратил. Нет, ну зачем? Ну зачем, а? Ну зачем ты здесь прям? Блин, нам... О, еще и горизонталка приперлась. Ну ё-моё-то. А я уж обрадовался, думал, сейчас на изи пройдем. Нет, что-то. Давай сам себя. Нет, ты не можешь, да? Вверх сейчас будешь стрелять. Привет, как дела? Дай тебе немножко подтолкну. Чувак, кажется, у тебя гусеница сломалась. Не подходите. Не подходите. Я хотел вашему напарнику помочь. Но смотрю, вы настроены против меня не очень. Поэтому мне придется вас
уничтожить, правильно. Так, но напарнику вашему я все-таки помогу, потому что он добрый чувак. Он просто... Какого лешего? Ты встал? Он просто лежал. Никого не трогал. Такой полудохленький. Хм. И все-таки он встал на ноги и решил меня атаковать. Или просто хотел подойти поздороваться. Я ничего не понимаю. Ну, короче, в любом случае пришлось его уничтожить. Мало ли, сейчас начнет, блин. Давай дружить. Давай дружить. И в итоге, блин, подложит мне свинью какую-нибудь. Нет. А нам еще с вами до босса надо дойти. Давай. Ай-яй-яй. А, ну, не страшно, не страшно, нет. Я тебя не боюсь, нет. Вот твой товарищ, который горизонтально стреляет, вот этого чувачка, да, надо опасаться. Еще и НЛОшки тут, я так понял, тоже летают. Правда, редко. На прошлой локации они летали чаще. А здесь они что-то прям... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, блин, да много пустил. Давай, перезаряжайся скорее. А, все, конец. Фу, ребят, у нас... Чуть-чуть меньше половины хп осталось. До босса чуть меньше половины осталось. Да. Но вероятность выжить у нас все-таки выше, чем погибнуть, не дойдя до босса. Да, мы сейчас, короче, выживем с вами. Будет нормально. Так, подожди, что? Прилетело, что ли? Так, подожди, подожди. Ну, я тут не страшен. Давайте сейчас перезарядим. Так, есть. О, нет, два подряд. Идите обратно, откуда вылезли. Я не знаю, где вас там, откуда вас достают, но идите, пожалуйста, обратно. На. Фу-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Потрепали. Вот эти двое потрепали. НЛОшка еще там, блин, удачно так вылезла, да? Так, еще минус один. Давай. Кто там следующий? Я не боюсь никого. Вы видели мое лицо? А, видите, вон сижу в скафандре. И вы думаете, с таким лицом я кого-то боюсь? Да мне вообще все равно, что здесь творится. Мне все равно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А вот теперь мне страшно. Нет-нет-нет-нет, блин, что ж ты меня сжаришь-то? Лазером, блин. Ай-яй-яй. Ха-ха, держи обратно. Правда, он уже успел взорваться сам. Так, ребята, еще один прыщеныш, и мы с вами будем воевать против босса. Боссик, где ты? Я знаю, ты ждешь меня. А, пулеметчик? Ты как сюда забрел вообще? Пулеметчик, ребят, последний танк был пулеметчик. А? Как он здесь оказался, не понятно, всю дорогу его не было, ни разу туда не попадался. Так, где-то есть там, вот он, ребята, новенький боссик. Сейчас будут прицеливаться на меня. А, и все-то. И все на что-то способен. Ну-ну-ну, давай, я вот так стану. Ай-яй-яй, как страшно, боюсь. Смотрите, какой боссик, да? Прикольно, ребята, вам нравится? Ай-яй, стоять, бояться. Интересный боссик, да? Хотите, я его зажарю? Вот так вот. Уач! А, горишь, чувак, горишь, 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 горишь. Да, давай. Ну чё, пора с ним разобраться. Вань, ракеты в бой. Вообще за, блин, 6 снарядов, я просто его разбомбил. Ну чё, смотрим. Смотрим, 16 уровень, должен у нас появиться себе режим приключений, 15 уровень весь пройден. И начинается по кругу у нас осада посреди лета, туда-сюда, бла-бла-бла-бла, ребята, уже здесь будут боссы, танки мощнее. Ну что, на этом все. Подписки, лайки, комментарии. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.